Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Слушай, а может кальмары приготовим, а? Какой кальмары? Ну кальмары, это очень вкусное на костре получается. Вкусная шея. Чуть новенькое попробуем. О, я, кстати, новенькое жигулевское взял, хочешь попробовать? Я открыт ко всему новому. Вчера 215 сайтов заблокировал. Давай не будем о работе. Жигулевское, жигули вы мои, жигулевские. Держась то в стороне, то на виду, не зная, что за роль досталась им, есть люди, приносящие беду одним только присутствием своим. Я не понял, тебе пиво оставлять или нет? Ты не пробовал кальмаров! А я сразу знаю, что это говно! Ну как можно говорить говно, если еще не пробовал? Поехали на Колыму! А что это? Ты же не пробовала! А я вот слышал у одной профессорши! Слушай, а вот этот стишок? Да уж. Он что, про меня, что ли? Я пошла убираться! Где вы все это берете, а? А я знаю где. Ах, переезжать я собрался. А ты что, куда? Не знаю, может, в Японию? В Японию? Да не переживай ты так, пригонят скоро тачки. Да дело не в машинах. Не в машинах? Тогда вообще смысла не вижу. Япония не тачки, Китай не суши, Европа не только пи***. Ты меня тут не путай, на. У нас вон как хорошо. Там сакура цветет. А я знаю, там всякие разные болезни процветают. Это дерево? Нормальное дерево сакой не назовут. Тополь, береза, дуб, вот! Баню на будущий год буду строить. Ну, тем более надо уезжать. Ты что, я без тебя ж не справлюсь? Во-во, чем быстрее, тем лучше. Ну ты же шаришь в этих, в ровностях, жена. Да все умеют уровень-то поставить. Да там хрен разберешься с этим пузырьком, с какой он стороны должен быть. Язык начну учить. Да какой язык, да брось ты. Начну уроки смотреть на ютюбе. Урок! Давай только аккуратно, ладно? Да, пап, я умею. Мы с друзьями играем в GTA. Это не игры! Да я знаю! Тут нельзя людей избивать. А ну-ка, давай выйдем. Да, пап! Ну-ка, выйдем, я давай! Пошутил. Я пошутил! Выходи! Да, выходи, да, пап! Это что за друзья такие, которые людей избивают? Да это игра! Угу. Вы сначала в игре людей избиваете, а потом что? В игре начнете животных сбивать! Сначала животных, а потом людей. Так! GTA, это что, пародия на ГАИ? Да при чем здесь ГАИ? Это Grand Thief Auto. А, ты еще и про СИФ знаешь. Да СИФ это вор. А, ты еще и вор. Быстро мне список своих друзей. Зачем? Немедленно. Да я тебе скину наше сообщество в Дискорде и все. В Дискорде? Да. Ну, кальмары очень полезные. Ну и что, много в мире всего полезного? Ну давай начнем с малого. Ну вон жуки ползают полезные, мы же их не жрем. Жрешь? Нет. Да. То есть грузди неспроста были черные? Ой, и грузди, кстати, да. Так! Ты никогда меня не слушаешь. В отличие от тебя, которая слушает всех и вся. Да это не вся, это профессура и доценты. Да где ты это все берешь? Я все заблокировал. А есть VPN? Вирус папилломы неандертальца, что ли? Не умничай, не идет. Но ты посмотри, какая красота. Сори зарени, корешини. Чё? Сори зарени, корешини. Да как вы это делаете-то? Я уже все заблокировал. Чё вам еще надо-то? Блокирую, не блокирую, а я язык все равно выучил. Ставьте лайк, иначе харакири, аригато. Все, все, я вообще все заблокирую. Одно радио у меня слушать будете, понятно? Понятно?